Почти в 4 раза участились случаи бешенства диких животных, в том числе среди бездомных собак и кошек, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. При заболеваемости летальность составляет 100%, и единственным средством защиты является своевременная вакцинация. Это страшное заболевание подстерегает нас прямо в родном дворе. Только в столице Черноземья по улицам бегают более 8 тысяч бродячих собак, которые представляют реальную угрозу здоровью людей. А в целом по Воронежской области за последние 3 месяца за медицинской помощью по поводу укусов животными обратились уже почти 1200 человек. Тревожную статистику озвучил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев во время пресс-конференции с журналистами. Леса, которые являются основным резервуаром бешенства в природе, она идет в населенные пункты, потому что в населенных пунктах есть кормовая база. Поэтому людям нужно быть очень и очень осторожными, в том числе и при общении с домашними животными. Особенно если это частный дом, животное находится вне жилого дома, я имею в виду надзорные, это собаки, кошки, вне жилого дома. Поэтому тут настороженность и дилемма обращаться за антирабической помощью или не обращаться, тут вариантов быть не должно. Обязательно нужно обращаться.